Детали подготовки встречи по урегулированию ситуации в Сирии, которая через неделю должна состояться в столице Казахстана, обсудили по телефону министры иностранных дел России и Турции. Разговор состоялся по инициативе Анкары. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу отметили, нужно как можно скорее запустить работу Конституционного комитета, чтобы выполнить резолюцию Совбеза ООН и решение Конгресса Сирийского национального диалога. Также дипломаты обсудили обострение ситуации в Ливии. Столкновения в Триполи уже привели к многочисленным жертвам. Сергей Лавров подчеркнул, что глубокий кризис, который охватил страну, это прямое следствие натовской интервенции 2011 года.